Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Да, Алексей Степанович, все, вот я в самолете. Я прекрасно помню, да, Алексей Степанович, что от этой встречи зависит будущее нашей компании. Да, я понимаю, что если я опоздаю, то вы меня, да. Потому что до этого вас, да. А вы меня за это в два раза сильнее. Да, я понимаю, я все понимаю. Все, не переживайте, я как приземлюсь, я вам сразу наберу. Спасибо. Ой, ну и что? Ну и задел я сумочкой твою голову. Че, теперь орать, что ли, не пойму, а? Твое дело билетики рвать, а не орать. Все. Занавесочки какие красивые. Мразь ты. Ой, извините, здрасте. Мужчина. Простите, пожалуйста, а вы сумочку оплачивали? Ну, конечно, оплатил. Я же как-то ее с рынка унес. Нет, вы не поняли. Я имею в виду провоз сумки. Дело в том, что у нас бюджетная авиакомпания, и багаж оплачивается отдельно. Бесплатно в салон можно только с сумкой для ноутбука. Девушка, а вас как зовут? Екатерина. Катя, ты дебилка. Это и есть сумка для ноутбука, ты поняла? Вот это сумка для ноутбука? Ой, твою мать. Это сумка? Отвечай, это сумка? Это сумка. Это сумка, молодец. Все, извилины работают. Так, ноутбук? Ноутбук. В сумке есть ноутбук? В сумке есть ноутбук, значит, да. Это сумка для ноутбука, стюардессия твоя башка. Так, я не могу это больше терпеть. Не просто. Терпи, сходи попися, не терпи. Саша! Терпит она. Саша! Ага. Терпит. Саша! Подойди, пожалуйста, да? Вот разберись. А, добрый день, слушаю вас, что у вас случилось? Опачки, еще одна стюардесса пришла у нас. А, простите, я стюард. Десса. Я стюард. Десса. Стюард. Десса. Что вам надо, молодой человек? Да вот хочу узнать, когда же в мире закончились нормальные мужские профессии, и ты пришел сюда работать? Понимаешь? Послушай меня сюда, Жанна, обожаемая ты и желанная. Я ваш клиент, и вы меня должны всего обсасывать с ног до головы. И целовать меня, куда я захочу. А чаще я буду хотеть, чтобы вы меня целовали в попу. Потому что я заплатил деньги. Я заплатил 500 рублей. Это не маленькие деньги. Не маленькие для кого? Для детей? Чемодан в пленку обернуть в аэропорту стоит дороже. Рот свой закрыла? Так, это, послушайте мужик. Послушайте меня, послушайте. Ну, слушай, нам уже лететь пора. Мы опоздаем из-за тебя. Давай я тебе денег дам, ты свою сумку запакуешь. Мне не нужны ваши подачки, понятно? А ты иди и рот свой закрыла. Сколько вы хотите дать? Ну, давай 300 рублей дам, хватит? Ты что, думаешь, у меня 300 рублей нет, что ли? Да у меня каждый день сумма в районе 300 рублей в кармане лежит. Все, отвали. Мужчина, оплатите багаж, либо мы взлетим без вас. Если вы взлетите без меня, вы приземлитесь сразу в суде, понятно? Я засужу всю вашу Шарашкину контору. Вы поняли меня? Ты посмотри, как довели меня до истерики. Пересадите меня в бизнес-класс. Да. В бизнес-класс меня пересадите. Да. Все, как? Пересаживайте в бизнес-класс. Какой бизнес-класс? Вы летите лоукостером. Здесь самый дорогой билет стоит 750 рублей. У нас даже пилот со своим стульчиком летает. Вы понимаете? И то иногда не устает и просто стоя летит. Послушай меня сюда, сколько раз давалка. Вы меня должны ценить, понятно? И должны радоваться, что я выбрал вашу авиакомпанию, а не полетел катарскими авиалиниями, понятно? Куда? В Ульяновск? Да человек. Хоть и в Ульяновск. Они ценят своих клиентов, в отличие от вашего таксопарка, который почему-то решил заниматься авиаперевозками господ. Так, стой, я звоню в представительство авиакомпании. Да, ага. Да, пожалуйста. Ой, Жанночка по подружечкам соскучилась. Иди секретиками поделись, Жанночка. Алло, у меня проблемы на борту. Вы про мужика с клетчатой сумкой? Да, я отправляю его к вам. Не-не-не-не, не надо пусть летит. Он нам еще в аэропорту весь мозг вынес. Слушайте, а нам что делать? Слушай, ну это невозможно, но мы опоздаем. Простите, одну секунду. Давайте, выводите его, или я сейчас сам встану. Встанешь сейчас... и что? Еще больше потолстеешь? Весь самолет здесь как желе, что ли, образует? Короче, ни рыба, ни курица, ни мясо. Пересади, я не хочу сидеть с этой кучей здесь. Прекрати. Ну, собака, сейчас мы наберем высоту, я тебя на ходу выкину. Да мы, может, еще не наберем. Не наберем, может, мы по земле катиться еще, да, с тобой. Прекратите скандалить, вы мешаете остальным пассажирам. Слушай, а ты что мне указываешь, а? Селедка в пилотке.
Твое дело раздавать томатные соки и мусор забирать, поняла? Кстати, моя хорошенькая, на, кстати. Вот мусор. Мне жена говорит, выброси мусор. А я говорю, зачем? Есть же люди, которые рождены для этого, на. Вы что себе позволяете, мужчина? Это, короче, слышишь, недоношенный, давай выходи из самолета, говорю. Мне лететь надо. А тебе обязательно куда-то перемещаться, чтобы быть чмырдяем, а? Может, ты здесь побудешь чмырдяем, а, чмырдяй? Ребят, а там на высоте условка работает? Думаю, да. А что тогда ждать? Я прямо сейчас ему башку откушу. Так, спокойно, мужчина. Сядьте на свои места. Пристегивай ремни. Мы готовимся к взлету. Мужчина, спокойно, спокойно всем. Пристегивайтесь, все пристегивайтесь. И вы тоже, пожалуйста. Ремни, пожалуйста. Сейчас будем... Проститут! Ремни, пожалуйста. Проститут! Ремни, пожалуйста. Хорошо? Вы тоже. Это вы мне? Ну, конечно, тебе. Ты же у нас здесь мальчик. По вызову. Ты смотри, какое дело. Я почему-то вот здесь вот не вижу кино. Почему я не вижу вот в подголовнике кино? Я хочу лететь и смотреть кино. Что вы говорите? У нас нет фильмов. Если вы не заметили, у нас нет экранов. Тогда, проститут, знаешь, что делаем? Ты сейчас сядешь сюда и будешь рассказывать мне фильм. Понятно? С паузами, по ролям. Потому что за что я плачу вам деньги? Я еще раз спрашиваю, за что я плачу деньги? Так, закройте свой рот, мужчина. Вам рассказывать будет бабушка, понятно? Ты мою бабушку, скотинятка, послушайте, не трогай, понятно? Наконец-то полиция идет, Наконец-то полиция идет. Давай, давай, полицию. Сейчас. Пойдем, говорю тебе, пошли. Пойдем. Я тоже не хочу, но надо, блин. Ну, я боюсь летать. Да при чем здесь летать? Ты на каждом вызове так ноешь. Я не хочу работать. Так, в общем, мы прибыли. Кто вызывал полицию? Где авиадебошир? Это я просил вызвать. Здравствуйте. Ага, вы. А, это ты, колобок с ушами, да? Это ты вызвал? А ты знаешь, что с такими стукачами в тюрьме делают, а? Знаю, я по твоей походке понял, урод. Ты мою походку не трогай. Зубы он скалит, ты посмотри. Так, в общем, мужчина, в общем, пройдемте с нами, давайте. Куда с вами пройдем? Проституток крышевать и бомжей щемить? Откуда он знает? Так, вы не поняли, вы задержаны за задержку рейса. Все, пошли. Это вы меня не поняли, легавые. Фу! Понятно? Вот вы мусор выбрасываете, вот у вас два пакета здесь, выбросите. Капитан, надо парировать. Ну, потом опять на ментов в суд подадут. Ну, невозможно, это ужас какой-то. Все, пойдем, тварь, отсюда. Учтите, я знаю все законы Российской Федерации. О, классно, нам тоже расскажешь. Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов. И получайте супер-кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.